Сбор средств для Амина Аджиева продолжается. В центре Владикавказа прошла массовая акция в поддержку мальчика. На сцене выступали артисты и местные эстрады, а вдоль дороги была организована выставка автомобилей. Также присутствующим предлагали блюда разных кухонь, а вырученные деньги направили на помощь ребенку. Напомним, Амин Аджиев пострадал от удара током. Теперь мальчик нуждается в дорогостоящей реабилитации в Испании. На лечение необходимо порядка 1,5 миллиона. Жители республики откликнулись на помощь, и на прошлой акции удалось собрать часть средств. В прошлый раз обратились к нашим людям, к населению Северной Осетии, городу Владикавказу. Первая мысль была, это, конечно, обязательная задача собрать средств для помощи этому ребенку. А вторая задача была разбудить сердца наших людей, чтобы мы как-то начинали понимать, что мы не одни в этом мире живем. Если человек стоит на ногах твердо, жив-здоров, он должен помогать тем, кто в этом сегодня ущемлен. Никто же не знает, кто нам завтра может помочь, в каком будем мы состоянии. Творите добро, нам сказано. Если у нас будет такая культура, что человек, попавший в беду, не остается один, что все вместе собираются и помогают ему, тогда семьи будут чувствовать поддержку, будут чувствовать, что оставшись в этой беде, они не остаются одни.